Дело в том, что вот одна пара людей, да, за 1000 лет, то есть за 40 поколений, у нас же раньше люди не умирали, вот по два человека рождают каждые 25 лет, новые рождают новых, и вот за 1000 лет, за 40 поколений фактически, поколение на 25 лет, рождается 1 триллион людей. То есть перенаселение при длительной продолжительности жизни очень и очень большое. И большая очень вероятность, что перенаселение и космос вообще весь перенаселен. Почему у нас столько цивилизаций, потерявших свои планеты, претендуют сейчас на Землю? Почему у нас, значит, вот столько, значит, вот этих посещений Земли, столько видов? Ну, мы даже точно не можем сказать, сколько. По данным ЦРУ, это 70 видов. Ну, причем у всех, у кого оставались потожировые следы, у всех ДНК человеческая, да. Вот. Ну и вот когда у нас было столько, значит, большого, такое огромное количество населения, у нас, значит, были гоблины, которые жили наверху, на деревьях, были лилипуты, гоблины где-то метр 20 высоты, уже лилипуты, они где-то около 40 сантиметров, вот, а еще меньше это были гномы, но они где-то 15-20 сантиметров. Вот, и эльфы, которые там 6-7 сантиметров, но это летающие люди, маленькие. Они сейчас все живут, в принципе.